Ну вот на новостной странице одного из интернет-порталов со ссылкой на помощника уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации была размещена информация о том, что в июле 2012 года депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко пытался вывести с территории Крыма на так называемый отдых в Турцию двух воспитанников ялтинского интерната 12 и 14 лет. Так вот, эти самые подростки, которые могли пострадать от действий украинского депутата, сейчас проживают на территории Крыма и, соответственно, являются гражданами Российской Федерации, чьи законные интересы и защищает государство, в том числе и в лице Следственного комитета. Именно по этой причине в настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым проводится доследственная проверка всех обстоятельств предполагаемого отдыха детей. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Хотел бы отметить, что Следственный комитет для защиты детей применяет не только уголовно-процессуальные меры. Кроме этого, мы активно работаем по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.